Всем привет! Вы на канале Ирен Лурье. Вашему вниманию хочу предложить очень вкусную, очень нежную творожную запеканку с большим количеством сухофруктов. Это курага и изюм. Сверху запеканка творожная залита шоколадной глазурью и посыпана кокосовой стружкой. Сама структура запеканки получилась очень нежная, очень вкусная. Если вам интересно, как приготовить такую запеканку, то смотрите продолжение дальше. Для начала нам нужно подготовить творожную массу. Мы берем мисочку. В мисочку высыпаем 700 грамм творога. У меня здесь творог зернистый, 9%. Сюда мы добавляем яйца, 4 яйца, и желток, и белок, все вместе. Затем мы добавляем сахар. Сахара мы берем 200 грамм сахарного песку. Затем мы добавляем крахмал кукурузный. Кукурузного крахмала мы берем 3 столовые ложки с небольшой горкой буквально. Затем мы сюда добавляем сметану. Сметану и желательно более жирную от 20%. 20-25%. У меня 20% сметана. Я ее беру 350 грамм. Не хочет высыпаться, я чуть попозже высыплю. Сюда мы еще добавляем сливочное масло. Сливочного масла буквально 30 грамм. Я его на паровой бане растопила над горячей водой. И добавляем тоже сюда. И еще мы добавляем сюда ванилин или ванильный сахар. Один маленький пакетик ванилина, это 2 грамма, ванильного сахара, там, по-моему, 8 или 10 грамм. И щепотку соли, это буквально 1/4 часть чайной ложечки соли. Все мы добавляем сюда, и все это нам нужно перемешать хорошенько до однородной массы вот обычным погружным блендером. Все до однородной массы. Вот такая масса у нас получилась. Посмотрите, вся однородная, такая густая. Теперь мы сюда добавляем изюм и курагу. Изюм и курагу нужно было прежде помыть, обсушить салфеточкой. Изюм беру я и изюма, и кураги по 80 грамм. 80 грамм изюма и 80 грамм кураги. Курагу я порезала вот на такие мелкие кусочки. И тоже высыпаем сюда. Теперь нам нужно это все перемешать с творожной массой, чтобы курагу с изюмом было по всей массе, и чтобы масса была однородная. Вот посмотрите, я уже перемешала всю творожную массу с нашими сухофруктами. Теперь мы оставляем ее в стороночку немножко, и нам нужно подготовить формочку. Формочку можно взять любую, какая у вас есть, или какой вы хотите запекать вашу творожную запеканку. У меня формочка силиконовая, в диаметре она 20 сантиметров. Можно взять немного больше, тогда просто получится ваша запеканка немного ниже. Ее нужно смазать сливочным маслом, саму форму, мягким сливочным маслом уже комнатной температуры. Смазываем и дно, и боковинки, и берем немного крахмала, вот так вот. Ну, где-то с пол ложечки, может, чуть больше. И обсыпаем везде, везде, везде. И дно, и боковинки насыпаем этого крахмала. Потом мы вот так вот перетряхиваем, перекручиваем, чтобы обсыпались все стенки и дно. Если останется лишний, то значит мы берем саму формочку и обратно вот так вот высыпаем лишний крахмал уже в тарелочку. Теперь будем перекладывать сюда нашу творожную массу. Аккуратно мы ее перекладываем. Вот так вот, или ложечкой, или лопаточкой. Все высыпаем, все выливаем и распределяем так, чтобы она была
одинаково равномерно по всей территории. Вот я уже высыпала всю творожную массу в формочку. У меня получилась полная формочка. Я хотела сказать по поводу сахара. Запеканка получится довольно сладкая. Если вы не любите сладкую запеканку, то можно немножко меньше. Просто у нас дома сладкоежки, поэтому более сладкое любят. Теперь эту формочку с творожной массой мы ставим в духовку. Духовка должна быть предварительно разогретая за полчаса. Можно было с самого начала включить духовку на 180 градусов. И мы ставим нашу запеканку на 30-40 минут. Это в зависимости от вашей духовки, как она печет, и в зависимости от объема, от высоты нашей запеканки. Ближе к концу проверяйте шпажкой или зубочисткой на готовность. Она должна быть уже немного более подрумянина. Я позже покажу. А сейчас ставим в духовку. Пока печется наша запеканка, мы делаем шоколадную глазурь. Будем делать ее из шоколада. Я беру шоколад. У меня черный горький шоколад, не сладкий. 100 грамм шоколада мы добавляем в мисочку. И добавляем сюда сахарную пудру. Берем одну или две ложки сахарной пудры по вкусу. Если вы будете брать сахар, то он будет потом крупинками, будет очень долго растворяться. Еще мы сюда добавляем 30 грамм сливочного масла. У меня 82,5% сливочного масла. Если вы будете шоколад использовать молочный, сладкий, то тогда, возможно, сахара и не нужно. Оно и так будет сладкое. Теперь мы эту мисочку ставим в другую мисочку или в кастрюльку какую-нибудь. И в эту кастрюльку наливаем кипяток. И закрываем крышкой. Просто крышкой закрываем. И оставляем минут на 20-30. Нагреется наша глазурь и растворится и масло, и сахар, и шоколад. Все расплавится и будет готова наша глазурь. А если вы хотите использовать шоколадную глазурь на основе какао, то посмотрите в предыдущем рецепте, в рецепте пирога. Я там показывала, как ее готовить. В глазурь нужно еще добавить 4-5 ложек молока, в зависимости от того, какую вы хотите получить, более густую или более жидкую глазурь. Тем временем наша запеканка уже испеклась. Я ее вытащила из духовки. Она в процессе запекания в самом конце немного поднялась над формочкой, ну, буквально 1,5-2 сантиметра, вот так в высоту. Когда я ее вытащила, то она буквально через несколько минут, там 3-5 минут, она осела опять до уровня, как и была. Проверяем ее или шпажкой, или зубочисткой, вон я уже дырок понатыкала, на готовность. Протыкиваем ее, и если зубочистка сухая, значит она уже готова. Сейчас она еще горячая, оставляем ее на столе минут на 30, чтобы она немного остыла. Потом ставим в холодильник на 3-4 часа, чтобы она хорошо остыла и загустела. А потом будем вытаскивать и заливать глазурью. Вот такая запеканка у нас получилась. Я ее уже вытащила, перевернула на тарелку, залила шоколадной глазурью и посыпала сверху кокосовой стружкой. Она такая мягкая, такая нежная по своему составу получилась. Очень вкусная запеканка. Попробуйте такую сделать. Я думаю, вам понравится. Приятного аппетита. Пока.